Добрый день, дорогие друзья, юноши, девушки, гости. Мне на входе нашей корреспонденты спрашивали, как вам, какое впечатление, дорогие ребята. Я очень доволен. Я позволю уйти ровно на 2 года назад, на первый день своей работы в статусе главы города Назарова. Я побывал здесь в молодежном центре. Я увидел настолько вы талантливые, яркие, ответственные, с уверенностью смотрите в будущее. И, конечно, здесь был, ну, скажем так, очень корректно скромное состояние этого учреждения. Не скрываю, что я сопровождал этот проект вместе с вами. Мы видели, я об этом подчеркивал, что очень талантливая, яркая молодежь в городе Назарово. Соответственно, перечень достижений, он огромный, просто масштабный. Не хватало самого малого. Мы взрослые должны были молодежи знак уважения, знак масштабности тех задач, которые и наших требований к ним, и достижений, сделать такие условия для того, чтобы они могли приходить в комфортных условиях работы. Это удалось. Спасибо, Владимир Владимирович. Вот нам до открытия, и за 2 недели, директор Бригантин говорил о том, что ждут и губернатора, и краевых гостей. Почему? Ну, у меня такой информации не было, но я думаю, что надо лишним заниматься, кроме нас. Я вообще не хотел с этой сцены сказать молодежи коллективу молодежного центра, который на скромных площадях весь этот период, ремонтный период, вы ютились и в кабинетах городской администрации, вам было некомфортно, уютно, вы терпели, вы понимали. Но сегодняшний праздник вполне он очень заслужил. Дорогие ребята, спасибо вам за ту уверенность, которую демонстрируете. Для нас, взрослых, это гарантия серьезного будущего, потому что сегодняшняя молодежь – это наше будущее не только города, но и всей страны.